поселке Волоконовка после реконструкции торжественно открыли памятник герою Советского Союза Тимофею Петровичу Курочкину. Деньги на восстановление собирали все трудовые коллективы поселка. Местные жители помнят подвиг героя. В январе 1943 года здесь, на окраине Волоконовки, проходили ожесточенные бои за освобождение поселка. Тимофей Курочкин возглавлял группу автоматчиков, дорогу которым перекрывал яростный пулеметный огонь. Курочкин бросился на дзот и закрыл амбразуру собой. Памятник был установлен в 1980 году. Это была одна из первых работ белгородского скульптора Дмитрия Горина. Я рад работать для сохранения памяти о войне, о герое. Большое вам спасибо. Поздравляю вас с праздником. Волоконовская земля стала родиной 11 героев Советского Союза и вдохновила на подвиг Тимофея Курочкина, уроженца оренбуржского села Калычева. В память о героях прозвучали залпы оружейного салюта. Очень благодарна нашим дедам, прадедам, всем тем людям, которые воевали за нашу родину, отстояли ее ценой своей жизни.